огромный привет! С вами снова Виолетта Маурер или просто Ви. И сегодня на моем канале я покажу вам 10 образов к школе. Я такое редко снимаю, но думаю, что вам это будет очень полезно и интересно. Все образы, они будут созданы из моей одежды. Также они могут использоваться не только в школе, но и к университету, да и вообще в обычной жизни. Но решила я приурочить это конкретно к 1 сентября. Если ты только заглянул на мой канал, то не забудь подписаться и нажать на колокольчик, чтобы в числе первых получать уведомления о моих новых роликах. Также не забудь написать в комментариях что-нибудь приятненькое и поставить палец вверх. Ну, а мы, в принципе, поехали. Итак, первый образ, о котором я хотела бы вам рассказать, это платье в полоску. Его на самом деле я носила очень редко летом, но как раз-таки к школе, к университету, по-моему, оно будет идеально подходить. Конкретно в этой модели есть такая фишка, что оно может завязываться как спереди, так и сзади. Мне больше нравится, если честно, спереди, потому что так более четче прорисовывается талия, а я очень люблю, когда видно талию, да, она чем-то подчеркнута, либо пояском, либо сама по себе модель одежды, она в облипку и выглядит все так силуэтно. Также фишка этого платья, что ворот его можно трансформировать тремя способами. Обычным, то есть, когда вы не застегиваете его до конца, и он раскрыт, он смотрится иначе, чем если вы его закрываете. Мне больше нравится в закрытом варианте, это выглядит как-то более строже, но симпатичнее. И также я заметила одну фишку, что можно заправить ворот внутрь, и получится такой вот единый, как, я не знаю, как это у монахов или у кого там, такие вот ошейники, ну и как это называется. Да. Надо было предупредить вас, ребята, что я не эксперт в стиле, я просто вам рассказываю свои образы. Но, в общем, можно чередовать по вкусу, по-моему, идеальное платье. Если будете в сентябре носить, то можно без колготочек, да, с бежевыми балеточками. Если потом более холодные времена, с черными капроновыми колготками и темными балетками. То, без чего я не выхожу на улицу, это, конечно же, часы. Я всегда чередую, бывает очень редко, когда я без них выхожу, но мне легче посмотреть на часы и сверить время, чем заходить в телефон, разблокировать его, смотреть время. Поэтому я рекомендую вам присмотреться к часам. Мне очень давно их отсылали Дэниел Веллингтон и Пол Хэвит, вроде так. Но больше всего я предпочитаю золотые, такие бронзовые часы. Мне кажется, что они подходят практически подо все. Также к образу я добавляю сережки. Я думаю, что тут неважно, какие сережки. И здесь вы можете видеть маленький рюкзачок. Скажу сразу, я понимаю, что в школу просто нереально ходить с маленькой сумочкой, но я просто хотела вам показать, как это было бы выглядело, если бы можно было носить с собой маленькую сумочку, и вам не нужно было бы таскать с собой учебники и тетради. В целом, образ смотрится, как мне кажется, очень круто. Второй образ, и в школе это было самое ненавистное, что я вообще не любила носить. Это были штаны. Потому что нам запрещали носить штаны в обтяжку. А я просто обожала носить штаны в обтяжку. Если вы меня понимаете сейчас, то напишите в комментариях, бесит ли вас то, что вам запрещают носить штаны. Или, может быть, вам раньше запрещали носить штаны в обтяжку, и потом вы начали отрываться над этим. Но я вам хочу сказать, что сейчас как раз-таки не то, что люди уходят от джинс в обтяжку сильно, но появилась мода на просторные штаны, и я тоже считаю, что это выглядит сильно, модно и красиво. На втором образе я разбавила штаны не в обтяжку легкой маечкой бежевого цвета. Не знаю, разрешают ли вам в школе или в университете, ну, скорее всего, в школе, да, носить открытые плечи. Мне порой запрещали, но для меня это никогда не было каким-то там запретом, что прям, нет, все, не буду носить. Я, когда нужно было пройти мимо завуча или директора, такая, накидывала на себя пиджак, такая, типа, да-да. Потом просто поднимаюсь на второй этаж, такая, скидываю пиджак, скидываю штаны, такая, юбка, топик, балетки, каблуки, и все такие... Вау, Виолетта! А потом, когда вниз спускалась, всегда на себя надевала. То есть, я не знаю, может быть, у вас так же было. Ну и вам, мне кажется, сейчас повезло. Я также не любила раньше пиджаки. Я просто их понять не могла, чем они всем так нравятся, почему их нужно носить. А сейчас как раз-таки я сама в свой гардероб включаю пиджаки. И в школе, я думаю, вам тоже будет круто носить его. В моем случае это большой такой пиджак, который без пояса смотрелся бы очень мешковато. Поэтому конкретно здесь
пояс просто кстати и очень круто смотрится. Но длинные пиджаки мне не нравятся, как смотрятся с юбками. Как раз-таки их очень круто носить со штанами. Ну и к образу я добавляю черную сумку. Это уже более реальный образ, потому что туда может поместиться и ноутбук, и учебники, и тетради. У меня там помещается даже еда, еще и одежда на спорт. Поэтому супер отличный образ. Может быть, покажется очень черным, поэтому лучше его разбавить какими-нибудь светлыми балетками или же, может быть, аксессуарами какими-то, тоже не сильно яркими, но заметными. Также не забывайте, что черные штаны можно легко комбинировать с кофтами в обтяжку. А у меня таких две, одна бежевая, другая серая, но конкретно, чтобы это не выглядело прям black-black-black, black and white, я выбрала бежевый вариант, и, по-моему, выглядит очень-очень даже неплохо. Чтобы образ не смотрелся скучным, как раз-таки к нему я также добавляю и часы, и сережки, и, возможно, какие-нибудь кольца, да, чтобы не сухо это выглядело. Также можно выбрать футболку белого цвета, но не стандартную, а какую-нибудь более плотного материала с кармашком, да, может быть, какую-то, если у вас не было на футболке какого-то украшения, можно туда прикрепить что-нибудь золотое, какую-нибудь цепочку. Я также часто делала так, что на свои рубашки сверху прикрепляла такую вот цепочку, которая вот тут соединялась, выглядела очень стильно. Ну, мне, наверное, так казалось. Может быть, выглядело не стильно, но в целом было прикольно. Вы сейчас можете сказать Виолетта, но мы точно такое в школу не сможем надеть. Это я хотела вам показать вариант, как можно сверху разбавить образ и завязать рубашку. Вы же можете выбрать белого цвета. Главное, что вы делаете, вы ее расстегиваете полностью и снизу завязываете на узелок. Мне вот очень нравилось почему-то так делать. Может быть, вам тоже понравится этот лайфхак. Обязательно купите себе черную кожаную юбку. Ну, не короткую, да, короткая это будет выглядеть вульгарно. Но вот конкретно в моем случае я покупала ее, по-моему, в Страдивариусе. Она выглядит не вульгарно, она длинная, но и она подчеркивает очень красиво форму. Так что присмотритесь. Важно держать баланс. Немного белого и немного черного. Сверху футболка. Также можно под этот образ сделать уже не распущенные волосы. Почему-то мне не нравится, а сделать гульку и, может быть, даже сделать ее более такой небрежной. Под юбки очень красиво подойдут укороченные свитера, кроп-топ. Это мой топчик, я всегда весной и осенью, и зимой ношу укороченные свитера и комбинирую их либо со штанами на завышенной талии, либо с юбками на завышенной талии. Смотрится очень женственно, удлиняет ноги, стройнит вас, и я не помню уже того момента, когда у меня в гардеробе были штаны не с завышенной талии или юбки. Вот, просто мне очень это нравится, неважно в каком я буду весе, я всегда буду стараться сделать себя лучше. Если вы такие, ну, Виолетта, у меня там не могу денежку тратить на короткие свитера, ну, возьмите обычный свитер, только не заправляйте его прям вот так, знаете, вот так. Попробуйте край свитера заправить и остальное выправить, то есть сделать его как бы не сильно заправленным, а больше на... Я не знаю, как это объяснить, но я думаю, вы видите на видео, как я это сделала. И выглядит довольно стильно и неплохо. Костюмы. Вот это прямо топчик. Я не знаю, я такого не знала, я такого не носила, когда была, училась в школе. И не знаю, возможно ли сейчас это носить, но если подобрать оптимальный цвет, да, там может быть какой-то бежевый, не такой более кричащий, то, ну, посмотрите, как это выглядит, это просто вау. Я под пиджак надела белую маечку, также скомбинировала это все с белыми часами от Daniel Wellington, чтобы было сочетание. Добавила к образу серьги и украшения, тоже не сильно яркие. Кстати, эти серьги и украшения вы можете приобрести у моей мамы. Да, вы не ослышались, моя мама занимается бижутерией, это... серьги из серебра с инкрустированными камнями Сваровски. Я у нее все время постоянно беру какие-то модели. Вот видите, вот сережки классные, да. Вот колечко тоже очень крутое. Вы можете зайти, я оставлю ссылку на ее инстаграм. Она, кстати, часто выкладывает разные интересные сторис, так что я думаю, вам будет интересно следить за ней. Я сама иногда в шоке. Также мне нравится вариант с закрученными рукавами на пиджаке, тоже выглядит красиво. И по поводу ногтей, я бы рекомендовала вам в основном делать френч, потому что к вам точно не придерутся, что он яркий, и он выглядит, ну, не знаю, мне кажется, что он ко всему подходит. И также лайфхак, то, что не сильно видно, что ваши ногти отросли, если вы делаете френч на натуральной базе. Если вы делаете яркие или темные ногти, то очень видно, когда ноготь отрастает, вот. Поэтому прислушайтесь.
Итак, следующие два образа я комбинировала со штанами в полоску. Скажу вам еще раз, повторюсь, я ненавидела носить штаны. И сейчас я тоже по сей день не особо люблю штаны. Я люблю юбки, я люблю то, что меня не сковывает, то, что раскрывает мою женственность. В штанах как-то вот, ну вот, чувствуешь себя иначе, если это такие там джинсы, да даже если это костюм, не знаю, все равно в юбках мне нравится больше, но вы же не будете всегда ходить в юбках, поэтому чередуйте штаны. Ну, первый образ это штаны черные в полоску, я их чередовала также с майкой. Я не могу сказать, что я прям довольна этим образом на 100%, как и следующим образом это штаны белые в полоску и также майка, не знаю, как-то оно мне не ложится на душу, но, возможно, вам это понравится, и вы сможете использовать это также в своем гардеробе. Следующий образ, конечно, его носить не на каждый день, может быть, его можно на какие-то праздники. Это бежевая юбка замшевая, в обтяжку, не короткая. Сверху наш любимый топ. Снизу туфли на танкетке, удобная, устойчивая подошва. Также, конечно, к этому образу часы, серьги, кольца и вуаля, вы готовы. Ну и последний образ – это юбка на запах. Она совершенно не летняя, она очень теплая. И ее прям очень круто носить зимой, потому что, ну, такого своеобразного материала. Обязательно ее нужно сочетать, как я поняла, с легким верхом, потому что она реально немножко тяжелит низ, и если вы еще сверху что-то такое прям объемное, массивно наденете, то это может вас толстить, да, ну или просто делать образ не таким сильным и красивым. Я постараюсь все ссылки оставить в описании, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой образ вам понравился больше всего. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я обязательно буду просматривать ваши комментарии и отвечать на них. Также напишите в комментариях, нравится ли вам видео подобного рода и снимать ли мне чаще видео про покупки, интересно ли вам это. Потому что для меня это был новый опыт. Я снимала видео и даже для себя открывала какие-то новые грани в своем гардеробе. Я даже не думала, что можно так сочетать свои вещи. Поэтому всех люблю, всех целую и помните, что все, что не делается, все к лучшему. С вами была ваша Ви. Подписывайтесь на мой инстаграм, кстати, не забывайте.